С Нового года уменьшились расходы, выделяемые на развитие образования в России. Финансирование урезано более чем на 600 миллионов рублей. Правительство Российской Федерации сократило объемы финансирования государственной программы по развитию образования, рассчитанной до 2015 года. Напомним, программа на 2011-2015 годы была создана для обеспечения доступности качественного образования. Ранее сумма финансирования составляла более 155 миллиардов рублей. Как отмечается в документе, были уменьшены средства, полученные на программу из внебюджетных источников.